На 3 месяца просрочили завершение капремонта фасадов на улице Ленина в Южно-Сахалинске. 8 многоквартирных домов обновляют по муниципальной программе, приводя их в соответствие дизайн-коду. Большинство из зданий должны были сдать до 1 сентября. В начале ноября в мэрии обещали, что лицевые стороны строений отреставрируют до начала зимы. Сегодня это не сделано ни на одном объекте. Со стороны дворов на нескольких домах даже не начинали поклейку декоративных элементов из пенопласта. Задержку в их поставке власти снова называют причиной срыва сроков. Названа новая дата сдачи – 15 декабря. Основные общестроительные работы на объектах завершены. Ведется плановая приемка выполненных работ, сверка строительных объемов. А также подрядными организациями устраняются замечания, выявленные по результатам работы приемочной комиссии. Леса, груды стройматериалов и мусора загромождают тротуары и дворы. Ведущиеся на оживленной улице работы опасны для прохожих. Например, на Ленина 242 отсутствует половина пешеходной галереи, а на той, что установлена, нет крыши.